Всем огромный привет, с вами как обычно я, LadarPlay. В сегодняшнем видео я вам расскажу, для чего нужен меч в Melon Playground. Слышь, ты можешь... Дед, я тут видео записываю, не мешай мне. А кто? Кто? Выкусил, да? Сегодня я вам подробно покажу и объясню на примерах, для чего нужен меч. Так что ставь свой лайк, подписывайся на мой канал. Ну а мы погнали! Ну чё, ты дуэль хочешь? А ты хочешь? Ой, ребят, извините, я вам, наверное, помешал, да? И вот для чего нужен меч. Первое, это чтобы угомонить вот этих двух голубков. Также меч нужен для того, чтобы сделать поединок на мечах. Посмертный бой. Погнали. Уйдите с моего корабля! Фух, наконец-то я почистил корабль. Погнали к поединку, я уже подобрал двух участников. Итак, наш поединок на мечах начинается! Два примата выясняют отношения, погнали! Ну здесь хотя бы горилла встала в ту позу, в которой она должна стоять. Получил, говнюк, а? Мудрейшина, я тебя спасу, ладно! Давай шприцочек регенерации, давай, мудрейшина, ты живой! Мудрейшина, братан, вставай давай! Вставай с этого копья! Давай я его возьму, мудрейшина, ты главное только выживай! Ты выживи, мудрейшина, только! Только выживи, пожалуйста! Давай копье! Мудрейшина, нет! Нет! Мне все, кирдык. Нет, Кол, я тебя сейчас спасу! Нет! Очень печальная история у них была. Что происходит? Вы что, воду ломаете? Я сейчас устою. Можно сделать казнь мечами. Не надо, что я сделал. Казнь! Нет, пуль! Итак, дорогие друзья, следующий голубчик на казнь — это бомж! Что я вам сделал? Я просто спал в голосовой помоечке, ему любименькой вкусненькой. Почему вы казните меня? Не надо! Не надо! Итак! Прощай. Да пошел! Мистер в каске, отойдите, я его унесу. Следующая казнь! Гоблин! Следующая — это тоже казнь, но она сильно жесткая, поэтому я ее замажу, пожалуй. Что вы делаете? Грею меч! На казнь! А, понятно! Как только я разогрел меч, я иду казнить. Погнал. Ну чё, милок? Не надо было у бабки воровать семечки ёлные. Не надо было воровать семечки. Беги, тварь! Беги! Он не сможет убежать, там мимо поля. Помогите мне! Меня так, ладно, надо еще помыть немножко. Слышь, стоять! Стой! Взял, да? Стой, говорила! Ты у бабки своровал одну семечку, падла! Так нельзя делать! Понял, я бы тебя пристрелил! Но не могу! У меня тоже есть совесть! Беги дальше! Вставай! Ладно, бежать не можешь, я тогда тебя сам возьму. Так. Тяжелая! Лети, ладно! Thank you.
Что же у нас случилось? От такого даже игра не выдержала и зависла. Ох, что тут происходит? Надо было в ночную идти. Мечом можно защищаться от бандитов, если ты идешь по дождливой погоде, и на тебя нападают воры. И если ты бабка, можно легко этот меч положить к себе в сумочку и защищаться. Погнали. Так, надо, наверное, мелку купить пельмень. Давай, ты что, на от меня, а? Ты что, сука, вообще потерял страх, что ли, а? Ты что делаешь, что вам надо? Я, кстати, вместе. Я сейчас размотаю. Мы тебя вообще в пятером работаем. Вы что, перси? На одну хлупенькую бабушку! Пять черных ворот! Ты свою зубочистку-то убери в штаны к сетку, отдал. Ты что, ты что, на меня гонишь, а? Ты что, вообще охренел? Это ножик! Не ходите, я тебя угрожаю, отдай сводки свои, сука! Целый баллончик, просто ей денег не хватило, ребятушки из Индии приходят с его меч таскать. Куда ты побежал? Ты все равно никуда не справишься. Ну че? Что ты такое? Отойди от нас, не трогай моих товарищей и меня! Я тебя не буду убивать. У меня есть наказание. Зачем ты убила Валеру? Вы думали хлупенькую, миленькую бабушку? Нет, я сразу отказывался, не надо. Вы думали ограбить хлупенькую бабушку? Оставь меня в живе! Я уже сутками. Угаляю на пистолет! Не трогай меня! Увидимся, милот! Потом приходи ко мне один! Пока дед на рыбалочке, мы с тобой потусим! Пока! Ну что ж, ребятушки, вот такое сегодня видео получилось. Да как мы достали, можешь тебе что надо, а? Да ты там сидишь, вот и сиди. Ну что ж, ребятушки, вот такое сегодня видео получилось. Обязательно поставь на него лайк, если оно тебе помогло. И если оно тебе понравилось. Теперь вы все знаете, для чего нужен меч в Melon Playground. Ставьте свой лайк, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой второй канал, потому что там выходят юморные видео. Также перейдите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там выходят крутые моды и сейвы. Ну а с вами был я, Ladderplay, до следующего... Короче, всем пока, а я на рыбалку. Не забывай также подписываться на канал, а я пошел на рыбалку.